Мотоцикл сейчас самое распространенное средство передвижения в отдельных районах Кызылординской области. Как оказалось, этот вид транспорта незаменим в хозяйстве. Но, к сожалению, при его эксплуатации владельцы часто забывают о правилах дорожного движения. Отсюда и проблемы решать, которые приходится прокурорам. О сельских лихачах расскажет мой коллега Талгат Амангельдин. В каждом втором доме в районах Казалы и Орал есть мотоцикл. Жители используют двухколесных железных коней для полевых работ и перевозок. Но многие мотоциклы не зарегистрированы и не имеют госномеров. А потому за рулем можно увидеть не только взрослых, но и подростков. К тому же не всегда они бывают в трезвом виде. Именно поэтому, по словам полицейских, в районах участились дорожно-транспортные происшествия. В июле случилось 4 аварии, в которых погибли 2 человека. За езду без документов 22 мотоцикла водворены на штрафстоянку. На владельцев был наложен штраф в размере 27 780 тенге, согласно административного кодекса, статья 470, часть 2. На территории района с начала года за вождение в нетрезвом виде привлечены к дисциплинарной ответственности 108 граждан. Среди них 18 пьяных мотолюбителей, которые своей ездой подняли на уши весь аул. К счастью, обошлось без происшествий. Мы рассказываем о том, какие требования надо соблюдать, какую ответственность понесет человек в случае несоблюдения, какие санкции предусмотрены. Эту информацию мы должны донести до каждого владельца мотоцикла. Сейчас сотрудники районной прокуратуры совместно с ОВД проводят рейды и намерены усилить меры в отношении нарушителей. Талгат Амангельдин, Хамбар Бекенов, Канат Янсембаев, Руслан Айтмамбетов, Кызылординская область.